плохая страна, и там правительство очень плохое. Ну, у которых разные ориентации, они себя по-разному относят к разным гендерам. Вот это мне нравится. США – это страна, в которой у нас не очень хорошие отношения. Biden really cool, like he always time talk about country and this really good. Можно еще раз? Очень странный вопрос, это как типа что ты знаешь о счастье, ты такой. Да, я знаю, это провокационный вопрос. Она не только по территории, по технологиям, капиталу. Я нормально отношусь ко всем странам, у меня нет никакого негатива к кому-либо. Я лучше думаю о США. Да. Это вообще очень плохая страна, и там правительство очень плохое. Очень плохое? Очень. Почему? Они же все и затеяли, эти все конфликты в мире. А, хорошо. Серьезно? Да, да. Это факт или ну, вы просто думаете? Это все основывается на вот этих всех глобальных сейчас происшествиях. А. Но у вас есть друзья из США, и вы думаете, они плохие? Нет, о друзьях я ничего не думаю плохого. Это только чисто правительство, которое там наверху. А, значит, люди в США люди, нет, хорошо? Нет, я о людях ничего не говорю плохого. Но политики плохие? Плохо. Да. А, хорошо, спасибо большое. А, скажи мне, что ты знаешь об США? То, что там очень толерантно относятся к ориентациям. Ага. К людям, ну, у которых разные ориентации, они себя по-разному относят к разным гендерам. Вот это мне нравится. Значит, там нравится? Ой, чем в России? Ну, тут хуже в этом вопросе. Хорошо, хорошо, спасибо большое. А скажи мне, что ты знаешь об США? Вообще, что? Что? Да. Я не знаю, что это огромная страна, что... я не знаю, как это общее слово. Нет, можно еще раз? Очень странный вопрос, это как типа, что ты знаешь о счастье? Ты такой, да, ну... я знаю, это странно, но... Страшно, но... Странно, да, ага. Страшно. Страшно? Да. Но что... почему страшно? Ну, я думаю, это необычный вопрос. Что ты думаешь об этом, если ты слышал... Просто почему я удивляюсь, такой вопрос, кажется, что он задается, как будто бы в России никто, типа, нормально не знает, что такое США, а здесь как бы образованные люди. Итак, что ты думаешь, если ты слышал США? Окей. Люди, политики, бла-бла-бла, наверное, природы в США. Это просто обычный вопрос. Окей. Что я думаю о США? Что я знаю о США? Очень много. Это огромная страна, куда бы я лично очень давно хотела бы по ней путешествовать. Это действительно моя мечта. Но я не очень люблю вопросы про, наверное, отдельные страны, потому что я человек мира, и это просто... какой-то клочок земли, окруженными границами, и там живут люди с своими какими-то... своим менталитетом, своими национальностями и своими какими-то интересными штуками. Что, не знаю, ну, США является одним из лидеров... одним из лидеров на политической арене и имеет очень сильное влияние. Итак, ты думаешь, в США лучше, чем в России? Нет, это некорректный вопрос. Ни одна страна не лучше. Я думаю, что ни США не лучше России. Нет, нет. У тебя вопросы, они склоняют в одну или другую сторону. Я не считаю, что Россия лучше США, я не считаю, что США лучше России. Это некорректные вопросы. Ага, я знаю. Это как называется? Хитрый. Да, 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 да. Привет. Привет.
А скажи мне, что ты знаешь об США? США — это страна, в которой у нас не очень хорошие отношения. У нас кто? Россия. Кто? Россия. Россия. Ага. Но в целом мне нравятся ее традиции, ее культура. И, в принципе, мне нравится ее погода. Радушечка тут, но не хочется вдаваться в политику. У нас у тебя есть друзья в США? Друзья, семья? Может быть, в играх, но нет. Вот, прям чтобы я переписывался с ними, нет. Хочешь туда? Иди туда. Ну, я бы хотел. Будущее или... Я бы хотел туда поехать. Хорошо. And so, I think США a really good country. I love the city, I love this country. I live in США 2 years and I study here. So, people really good, he like happy, he doing other things, and I love this country. Biden really cool, like he always time talk about country, and this really good, like, thank you. Subscribe this YouTube channel and okay, I think this is all like what I can say, but I want to say one thing, okay? Yeah, no matter what the fuck it is, do not give up. No matter what happens, no matter what anybody tells you, make sure you have faith and yourself, and you believe in yourself, you love yourself. Do not give up on yourself. I think that's all, like, bye. I love you so much. Just subscribe this channel, okay? Привет! Привет! Как дела? Супер! Я рад. Скажи мне, что вы думаете об США? О США? Да. Провокационный вопрос. Вообще, красивая страна. Красивая история, другой народ. Ну, если касаться в плане политики, без комментариев. Хорошо, но я хочу много информации. Это все ты знаешь? Или ты просто не хочешь говорить больше? О политике? Вообще. Ну, вообще... Люди, менталитет другой, не такой, как в России. Угу. Конкретно не могу сказать, не было опыта общения с американцами. Но ты хочешь летать сюда? Нет, я люблю свою страну. Серьезно? Да. Хорошо. Ну, вообще, я знаю, что это огромная тоже страна, не только по территории, по технологиям, капиталу. Ну и как бы сейчас она является двигателем к тому, чтобы, ну, как-то подействовать на Украину, на Россию. Она непосредственно влияет. Также является лидером среди стран по вооружению, но, опять же, капиталу. Ну, а так, в целом, мне очень нравится США. Я бы даже хотел там оказаться, прогуляться по Бруклину. Ну, и в целом, мне нравится менталитет тех, кто там живет. Привет. Привет. Все хорошо? Да. Хорошо. Скажи мне, что вы думаете об США? Нормально отношусь ко всем странам. У меня нет никакого негатива к кому-либо. Но что вы знаете об людей, менталитет, страны? У вас есть мало информации. США это очень большое. У меня очень мало информации, я не особо увлекаюсь политическими вопросами, поэтому я нейтрально. Я сохраняю нейтралитет. Хорошо. Это все? Да. Серьезно? США, это Америка. Я нейтральна. Хорошо, хорошо, спасибо. Just subscribe this channel, okay?